Давай знакомиться, меня Саша зовут. Меня Вика. Вик, задаю тебе 5 вопросов, отвечаешь, я тебе даю подарок. Отлично, договорились. Что было по математике у тебя? 5. Хорошо. Год, в каком году распался Советский Союз? 91-м. 1991 год. Ты знаешь. Я просто историк по образованию. Ладно, погнали. У нас для историков другие вопросы. Когда была отмена крепостного права? 1861 год. Точно? Да. Google другой ответ давал. Не знаю. Нас учили так. Ладно, хорошо, тут все. Чернобыльская АЭС. Когда взорвалась? 1986 год. Вот как так-то? Вот все знают. Это очень здорово. Хорошо. А четвертый. Вот это по географии. Самая узкая страна в мире. Ватикан. Она самая маленькая. А самая узкая? Чили. Чили? Да. Мне так кажется. Это не кажется, это правильный ответ. Отлично. Так, ну следующий, ну тут вообще просто. Так, ну тут должна знать. Какой самый большой город в мире? Так, стоп. Мехико. Мехико? Да. Хоть здесь ты не ответила. Дели. Дели? Нет. Самый большой по территории? Да. А подсказочку? Вик, ты, в общем, проиграла. Ты не получаешь, в общем, ничего. Но есть бонус. Нужно ответить. Вот тут вообще, если не отвечаешь, ну, как бы, ну, просто будет стыдно. У нас просто все ответили, ты на последнем, ну, завалилась. В общем, 57 плюс 5 равно 61 или 61? Один. Через О. Да. 62 равно. Ну, вы же спросили, будет 61 или 1. Так что равно? А какой пример был? 57 плюс 5. 57 плюс 5, 62. Видишь, как хорошо. Все, мы выключаемся.